памятник, я думаю, неплохой. Всем известная карри, которая даже в Казахстане есть, карри. Торговый центр. О, ДНС, кстати, да, это где мы купили? Да. Мы купили там холодильник автомобильный за 3600 рублей. Какой дом приличный, смотри. Ух ты, какой домик, правда. И автобусы какие-то огромные. 300 лет Кузбассу написано. Русь. Кстати, вот слушаем сейчас Быковского, он там наехал на Ксению Собчак, хотя они оба с Питера. Быковский — это тот, кто сыграл роль в фильме «Ментовские войны» Джексона. Ну, что-то в последних сериях там озвучивал его другой, и что-то в последних сериях. И нигде не пишут, там поругался, не поругался он с съемочной группой или с руководящими. Знает, напишите. А вообще, конечно, Быковский мне нравится. И песенки поет, и как играет. Так что жаль, что в последних сериях «Ментовских войн» его нету. А Устюгов — наш земляк с Казахстана. Саки Бастуза. Мотоцикл тырил он в детстве. А сейчас коренной петербуржец. Ну, интересненький центр, если честно. Ни на что не похожий. И даже то, что нету вот этих многоэтажек, это даже очень здорово. Я думаю, вот это вот, наверное, антикварное здание. Это таких уже четвертое. Ну да, это все старое. Это может быть и год основания, может быть, центральная купеческая улица. Вот из Нахрателя дом старый, а этот новодел. Ну, вот это вот деревянный 100%. И вот этот вот кирпичный, вот посмотрите. Да, там табличка висит. Подходить нам некогда. В общем, вот такой деревянный кит с обоих сторон. Это здание администрации, скорее всего. Ну, неплохой центр, кстати. Да, тогда стоит заезжать такие городки. Очень интересный. Если представить, как это было в начале века и вообще на чё, как они добирались сюда. Самое интересное. А это даже кафе. А это даже не в каждом городе такое есть, даже в Новосибе такого нету. Такой мини-крепость. Ну, в принципе, вот так